Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наши занятия по книге Пиркевот «Учение отцов». И сейчас вторая глава, пятая мишна. Вторая глава, пятая мишна, значит, ее сказал Илель. То есть идет у нас во второй главе, вначале был Раби Иуда Наси, потом был Рабан Гамлиэль, сын его, потом Илель, потом Рабан Йоханан бен Закай будет у нас. И что интересно, я разберусь, вот мне нужно посмотреть в Википедии, потому что у меня не сходится в голове. Если Раби Иуда Наси был составитель Мишны, и он составил Мишну уже после разрушения храма. Да? Ну, да. А Рабан Йоханан бен Закай был во время разрушения храма. И вначале идет Раби Иуда Наси, потом Рабан Гамлиэль, его сын, потом идет Илель, а потом вдруг идет кто? Рабан Йоханан бен Закай, который Кибель Мегилель Вешамай. Нужно будет посмотреть. Я посмотрю к следующему разу, как они шли по времени. Ну, в общем, Илель говорил так. Может быть, было два разных Илеля. Например, были, ну, Илель имя распространенное. Рабан Гамлиэль мог быть, да, разный. То есть я думаю, что... Хорошо, значит, Илель, он говорил следующую вещь. Опять же, здесь идет все о выборе. Как я понимаю, вторую всю главу, то она вся посвящена первому вопросу, который задал Раби. Он задал вопрос, какой путь прямой, который выберет человек? Как выбрать прямой путь, как выбрать правильный путь? Я думаю, что все мишнают в этой главе, пока мисс отвечают именно на этот вопрос. И Илель нам дает еще один критерий выбора правильного пути. Он говорит, аль тифрош мина цибур, не отделяйся от цибура. Не будь таким одиночкой, который идет против цибура, против общества. Альди Фрошмина Цибур. Давайте дальше разберемся, что поглубже. Дальше он говорит так. Вальта амин бацмеха ад йом атеха. И не верь в себя до дня твоей смерти. Здесь он имеет в виду не то, что не верь в себя в плане бетахона, там, уверенности в себе, а эти две вещи между собой связаны. Вот, например, человек, он говорит, я не согрешу. Я сам собой управляю и так далее. И он отдалился от цибура. Он поехал жить в какое-то общество, в котором нет евреев. И вокруг одни не евреи. И он спокойно себе думает, да, я выдержу, ничего страшного, там все не выдержит. И Леля говорит, что с кем поведешься, от того и наберешься. Если ты прикреплен к какой-то тело общества. Кстати, интересно, что когда евреи вернулись после разрушения первого храма, ушли в Вавилон, потом вернулись. И во время, когда построили второй храм, как раз и ввели все седр, три молитвы обязательные в день. Там очень много всяких ритуальных вещей. Молиться в Миньяне обязательно. Почему? Потому что если я молюсь в Миньяне, я уже не могу не прийти. Я знаю, что люди спросят, а где это Ицхак? Ну, к примеру, да? Уже как бы с тем поведешься, от того и наберешься. Общество влияет на человека. Я вспомнил, это другой Илель, который установил календарь. Это другой Илель, хорошо. Значит, и не верь в себя до дня своей смерти. Есть интересно, на это обычно приводят комментарии, что был Йоханан Коэн Гадоль, его звали, первосвященник. Он 80 лет был первосвященником, заходил в святая святых, раз в году в Йом-Кипур первосвященник заходил в святая святых. И он, когда туда заходил, если у него были какие-то неправильные мысли, если на нем был грех, он там же умирал. И он там же умирал, его вытаскивали, он был на веревку привязан, потому что туда в святая святых никто не мог зайти. Так он 80 лет заходил туда и выходил, а в конце жизни отошел от Торы, стал дздути, стал сектантом там каким-то и так далее. Рассказывают про Раби Акиву, что когда он говорил, что вот я уже все, у меня нет Ецарара, ему показал Бог, что показал какую-то женщину красивую, он за ней на дерево полез, да. Есть известная история, как Абая, он увидел, как на постоялом дворе, один из мудрецов эпохи Талмуда, мужчина, женщина говорят, ну пойдем вместе там в дорогу. Он думает, ну все, я сейчас буду сзади прятаться, и если они что-то начнут там делать, я их спасу от греха. Значит, и он за ними прятался там всю дорогу, они все идут, разговаривают. Потом, значит, дошли до развилки, мужик этот ей говорит, ну все, пока, значит, она пошла по своей дороге, он по своей. И Абай, написано, он сел, заплакал и говорит, я бы на его месте не выдержал.
То есть, чем написано, чем больше ты на уровне святости, тем Ецерара больше вырастает. И здесь Елель нам сказал, то есть, когда ты выбираешь, где тебе жить, как тебе делать, как относиться к жизни, задумайся, альти прош мина цибур, не отделяйся от хорошего общества. Потому что шахенра, там плохой сосед, от него надо отдалиться, не соединяться со злодеем. И он говорит вообще, если у тебя есть хороший цибур какой-то, альти прош от него, не выделяйся из него. Альта амин ба ацмеха диоматеха. Не верь в себя до дня своей смерти. То есть не полагайся, что ты победишь Ецарара, а так выстрой свою жизнь, чтобы тебе не пришлось попадать в тяжелые ситуации, когда ты не выдержишь. Например, я когда решил бросить пить, я перестал общаться с друзьями, которые пьют. Когда бросил курить, я перестал общаться с теми, кто курит. Потому что я знаю, что внутри слаб. Ну, я человек не сильный внутри. То есть я там из-за этого я придумываю все свои системы, потому что я не сильный, и я хочу грамотно управлять собой и своей жизнью. Я понял, я не могу сопротивляться. Вокруг все сидят, курят, у меня рука тянется к сигарете. Вокруг все сидят, пьют, значит, и особенно если наседают, давай выпьем, ты что, обидеть хочешь? Не отделяйся от общества, еще кто знает эту мишну, типа, так и как не выпьет, да? То есть, так я лучше с ними не буду, с этим обществом вообще встречаться. Дальше он советует следующую вещь. «Аль тадин эт хаверха, ач эт адиэле мекамо». Не суди ближнего, пока ты не попадешь на его место. То есть, когда человек кого-то со стороны рассматривает, ему кажется, что вот я бы так не поступил, я бы поступил по-другому, мне все видно, все понятно. Нет, говорит нам Елель, не суди ближнего, пока не попадешь на его место. У него абсолютно другие обстоятельства, у него какая-то своя там жизненная ситуация. И поэтому ты не можешь его судить, пока ты не попадешь в ту же ситуацию, как и он. Дальше он говорит, альтумар даварши и в шарлишмо. Ну, дальше не, моя теория разрушается с каждым его советом. То есть про выбор тут мне непонятно, как оно связано с выбором. Значит, он говорит, альтумар даварши и в шарлишмо, шисафоли и шама. Он говорит, не говори вещь какую-то, что невозможно слушать, что в конце она будет услышана. Значит, здесь две разных линии объяснения, что он посоветовал. Первое, что он посоветовал, то, что говорят, что даже у стен есть уши. Он говорит, если ты хочешь, чтобы какая-то вещь была в тайне, не говори ее никому. Никому вообще, потому что человек расскажет, человек жене скажет, жена скажет подруге и так далее. То есть если ты хочешь какую-то вещь сохранить в тайне, что ее нельзя слушать, не говори вообще никому, потому что в конце концов все вылазит. Любые слова, они потом вылазят. Это первое. Второе объяснение вообще другое. Когда ты говоришь вещь, и ты говоришь, ну вот сейчас ты не понимаешь, но потом ты поймешь. Он говорит, так не делай. То есть, если он сейчас не понимает, то ты не надеешься, что он потом поймет, потому что он, скорее всего, и забудет потом. То есть, если хочешь, чтобы тебя поняли, объясняй сейчас так, чтобы тебя именно сейчас поняли. И здесь очень, если по-прямому понимать его совет по жизни, то когда вы кому-то что-то поручаете или советуете, или говорите, нужно обязательно переспросить, как ты меня понял, чтобы он повторил. Я вот в воспитании детей, я убедился, что это вообще, ты можешь им что-то объяснять, рассказывать, и если ты надеешься, что они поняли, то это пустая надежда, потому что часто бывало, что я спрашивал, что я сейчас сказал, вообще он не понял, он даже не слушал, он привык, что там папа говорит, надо тевать, это все. А так надо обязательно остановиться, что ты понял, а ну повтори, и он повторяет, если он повторил, и ты видишь, что он понял то, что ты хотел, отлично, если ты видишь, что он не понял то, что ты хотел, объясни еще раз попроще, чтобы он понял, ребенок или другой человек. Дальше он говорит следующую вещь. Вальтумар, и не говори, лекеше эпане, лекеше эпне, эшне. Не говори, когда я освобожусь, поучусь. Шемало эпане, может и ты и не освободишься. Значит, здесь имеется в виду, что вот я сегодня во время молитвы, я как бы прям во время молитвы конкретно говорю, вот у меня одна цель, вот я сейчас еще там эти три компании открою,
Значит, и через вот все. И потом я начну уже учиться. Я же понимаю, что самое главное учиться, самое главное Тора. Я все это понимаю, знаю. Прямо время молитвы, прямо Бога просил. Но я помню, что я уже последние лет 10 примерно в этом ключе как бы молюсь, и все у меня появляется. Вот еще я это закончу, еще это закончу, еще это закончу. И Гилель, он знает человеческую природу, он говорил, что понимал, что так устроены люди. Он говорил, так не говори, потому что, может, ты не освободишься. Значит, поэтому вот мы после молитвы всегда стараемся поучиться, и надо делать все важные вещи с утра, каждый день поучился. Я помню, я заходил вот позавчера, здесь был Ребе Карлин Солинский, и я ему рассказал все, что я делал. Он говорит, ну отлично, молодец, значит, что бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я говорю, может, какой-то совет лишний, ну, личный какой-то совет. Он говорит, учись больше. Все, вот тебе самый лучший совет. Учи Тору больше, все история. И до этого я тоже звонил, советовался с там, Рав Бенцион Зильбер, сын Рав Исхака Зильбера. И я ему говорю, Рав Бенцион, что вы думаете про там сгулот разные, про то, про все? Он говорит, я знаю, только в нашей семье было всегда принято, сгулот это лимут Тора, хесед, молитва. Вот, а вот да, наш изголовок. И говорит, был вот у меня, и он такой очень, он говорит, вот одна там была, один человек был, он вот только она там из всех, кого я знаю, любила сголот, а я знаю, что этот человек очень хороший был, человек замечательный, и все. И у него интересно, при жизни было все великолепно, но он умер в, там, в 40 чем-то лет от, ну, от плохой болезни. И он про этого человека говорит, вот он, этот человек, он единственный из всех, кого я знаю, он ну, занимался этим изгулот, а я знаю про этого человека с другой стороны. Действительно, это был ну, супер-мега-муцлах вообще, но потом вдруг в один момент умер, ну, неожиданно для всех, и это самое. Сгулот. Сгулот это, это когда ты делаешь какие-то специальные действия. Это каббала есть. Каббала маасид, как бы практическая каббала. Очень любят это. Вот сфарадим, они очень хорошо это знают и любят, и делают. И она позволяет быстро очень, ну, как бы ты с Богом выходишь на очень прямой какой-то контакт, что-то делаешь, получаешь результат, но, возможно, вот, что этот результат вычитается из твоих каких-то обычных, твоих базовых заслуг. Может быть, я не знаю, но он мне так ответил, то есть я его спросил про сгулот, он мне сказал, что мы сами там, он, ну в нашей семье, Рав Ицхак Зильбер, Захарон Цадик Левраха, мы этим, ну у нас были Тора, молитва и Гмилут Хасадим, простые вот как бы на трех вещах, в которых стоит мир. И просто потом мне говорит, и был еще один человек, которого я знал, он занимался сгулот, ну вот, просто он мне как бы эту фразу сказал, а я уже ее дальше сам рапостил. Как бы сопоставил, раскрутил. Опять же, есть, например, был Баба Сали, был великий Баба Сали, который как раз, ну, вот к нему Микубаль, и вообще он был, как бы, ну, чудотворец, да, если по-русски. Его сыновья тоже, они такого же уровня, Рав Давид Абухацира, и был в Бершеве Рав Элазар Абухацира, он, его убили, да, убил какой-то человек, его зарезал, да, хотя он был цадик, кадош, к нему там сколько людям он делал чудеса, помогал и так далее. То есть мы видим, что этот путь, когда ты выходишь и начинаешь управлять реально миром через, даже это средство Торы, но когда ты начинаешь управлять миром, то есть отдача. Есть отдача, поэтому путь вот тех, у кого я учился, рабаним, они как бы проходят по этому миру, очень мало касаясь этого материального мира. То есть все равно вот как бы... Ну, суть, все как создано, все остальное больше не интересно. Да, их интересует больше Ламаба. Это же Рамхаль, Аризель. Рамхаль рано умер, Аризель рано умер, Рабин Ахман рано умер. То есть все они умирали очень рано. Те, которые владели вот этим вот даром Микубалим, они как бы... Ну, именно Каббала Маасид, которые делали чудеса, они очень, ну, часто они рано уходили. Значит, давайте еще раз по-простому посмотрим на эту мишну вместе. Значит, первое, не отделяйся от общества. То есть есть путь общества. Значит, идет на сегодня религиозный мир так, и хотя меня, там у меня есть разные идеи, что можно было бы идти по-другому, Гилель говорит, не отделяйся от общества. Есть общество, как сказал Мордехай Эстер,
Он говорит, когда весь народ в страдании, так ты не думаешь, что ты даже во дворце спасешься. Да? Тоже еще объясняет эту мишну, что будь вместе с народом. Если народу плохо, засуха. Даже если у тебя есть пить, то ты не можешь радоваться. То есть ты должен быть вместе с обществом, с сибуром, с общиной. Дальше. Не верь в себя до дня своей смерти. Не полагайся, что ты победишь Ецарара. Ецарара сильнее тебя. Ецарара старее тебя. Ецарара мудрее тебя, хитрее тебя. Поэтому нужно поставить себя в такую среду, в которой тебе будет очень тяжело согрешить. Как есть известная история тоже, когда один хасид, он прямо хасид был такой, ему вот он влюбился в девушку-официантку. Маша вообще не еврейка, в Нью-Йорке, в Боропарте. Он не в Боропарте, где-то он ее видел на улице. Она официанткой работала. Ему было неудобно, он в халате, он с пейсами, он в штраймеле, он такого вида, что он вообще он к ней даже подойти не может. И он, значит, а как Ецарара работает? Ецарара работает, он делает грех привлекательным. То есть человек начинает себе представлять, визуализировать, что будет ему прям очень хорошо, будет ему прям прекрасно. Кстати, Раби Нахман, он специально читал, изучал анатомические атласы, когда его начинал, вот он смотрел, например, на там куда-то, и какая-то женщина, и он Ецарара сразу ее украшает. А он ее сразу представлял в виде анатомического атласа, тишки, стилет, кожа, там все. И у нее наполнение тишок, все эти там, сколько-то, 20 метров у нее внутри тишок. И вот этот вот, то есть он убивал так эту картинку. Так, а этот хасид наоборот, у него Ецарара разыгрался, он себе представлял, что это Маша, там она вообще просто принцесса, там вообще из принцесс. И он, значит, но он не мог к ней подойти, потому что он, как он, хасид, вот эта вся одежда, она специально, чтобы лишмор, она для шомрей, для сохраняющих Тору и заповеди. То есть ты не можешь в таком виде подойти там к девушке, в цицит зайти в некошерный ресторан, тебе неудобно. Ну, то есть ты как бы, это все тебя держит в рамках. И он не выдержал, он пошел, значит, сбрил пейсы, заходит в парикмахерскую, все, сбрил пейсы, сбрил бороду, джинсы одел, футболку такую. И он, значит, думает, все, пойду с ней знакомиться. И он переходит через дорогу, его сбивает машина. Сбивает его машина насмерть. И он попадает прямо сразу на суд. И он на суде говорит, как так, я никогда не грешил. Даже здесь я еще не успел согрешить. Значит, я что такого сделал вообще, почему, как? Ему говорят, а вы кто? Он говорит, как то, я Мойш или там из Хасидей, там Сатмар, да, как вы же меня не помню, не видите. На него смотрят, говорят, ох, извините, вообще не похож, не узнали. Мы вас не узнали, ошиблись. Потому что он уже выглядел вообще по-другому. Значит, но тут, кстати, интересно, в этом случае работает иногда закон, что поднимают святости и не опускают святости. И бывает, что человек на подъеме таком, да, а он погибает. Почему это бывает? Он резко начинает подниматься в святости, а на небе знают, что он не выдержит, он упадет. Резко подниматься тоже нельзя. Это мы учили с тобой в Каэлите, вот в шаббат. Он говорит, что «Аль тие цадик арбе», «Не будь слишком садиком», «В аль титхакем ютер», «Не слишком умничай», «Лама тишумем», «Почему тебе, зачем тебе сидеть одному?» Вот это «не отделяйся от общества», «Не будь слишком умным, не отделяйся», да? То есть будь со всеми, будь проще. Ну, в общем, вот так мы проучили эту мишну. Теперь давайте еще раз. Нужно быть с обществом, с хорошим обществом, чтобы с тем поведешься, от того и наберешься, чтобы напитываться от хороших людей. Дальше. Не верить в себя до дня своей смерти, то есть знать, что Ецарара сильный, и не ставить себя в ситуации, где он может тебя победить, просто убегать, как от огня, от этих всех ситуаций, где ты можешь споткнуться. Дальше. Не судить ближнего, пока не попадешь на его место, а так как ты никогда не попадешь на место ближнего, то лучше вообще никого не судить. Там дальше будут мишнают, объясняющие, почему лучше не судить. Потому что когда мера, что человек меряет, меряет ему. Ты судишь кого-то, тебя судят на небе. Ты жестко судишь кого-то, тебя жестко судят на небе. Значит, не судить ближнего, пока не попадешь на его место. Не говорить вещи, которые невозможно услышать. Не надо, если кому-то услышать. Значит, не говори лучше вообще. И не говори сложно. И последнее, не говори, когда освобожусь, поучусь. Возьми сейчас и поучись. Чтобы эту мишну запомнить, нужно выключить и повторить главные вещи для себя. Нужно, может быть, еще в течение дня ее несколько раз повторить, просто чтобы запомнить. Потому что важно не то, что ты услышал, а важно то, что у тебя потом останется внутри. Поэтому для того, чтобы какую-то вещь запомнить, нужно ее 4 раза повторить.
нужно, ну вообще главное, чтобы запоминать, это повторять. Повторять, 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 поэтому эту мишну, если вы в течение дня еще несколько раз главные вещи для себя повторите, или вытащите из нее хотя бы одну главную вещь, вот что я понял для себя, что ты понял, что собираешься делать, вытащи одну вещь, хотя бы одну, и ее, эту вещь начни делать сегодня. И тогда эта идея запомнится и будет с тобой всю жизнь помогать тебе, не просто всю жизнь, а тот, кто Тору начинает соблюдать, он через Тору заходит в вечность. Все, можете написать в комментариях, какую вещь вы для себя поняли, лично для себя, какую вы выбрали вещь из этой мишны и слов Илеля, которую вы собираетесь внедрить в себя и выполнять в своей жизни. Все, прекрасного дня, удачи, успехов!